Мы приехали в отель Констанс Офелия. Вот так встречают гостей. Звонят в колокольчик. Тут же тебя встречают. Посмотрим территорию отеля Констанс Офелия. Так выглядит ресепшн. Check-in area. Проходит чек-ин, там на ресепшн проходит чек-ин. Основной бар. Территория резорта. Мы находимся на южной стороне. Ну, в отеле еще есть северная сторона через мангровый лес. Наверх не пойдем, это очень долго. We cannot go by Maldives. So, all the tropical gardens we have here. Все tropical gardens находятся с южной стороны. Junior с южной стороны. Мы идем по южной части отеля Констанс Офелия. Видно, как скапливаются дождевые тучки. Очень живописное место. И, дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставить лайки. А также помните, что тур в любой отель мы можем вам организовать самым лучшим образом. Обращайтесь к профессионалам, чтобы ваш отдых был по-настоящему ярким, запоминающимся. И таким же прекрасным, как и те отели, которые мы посещаем и снимаем видео для вас. Констанс Офелия, около 7 бассейнов, разбитых по всей территории. Поэтому отдыхать можно и купаться в разных местах. Сейчас на южной стороне отеля. С южной стороны как раз самый большой пляж, но здесь всегда мелководье и всегда ветер. В Сейшелах очень часто можно наблюдать пролетающие вертолеты. Здесь либо вертолетная экскурсия, либо трансфер осуществляется на вертолетах. Как раз у нас вертолет садится на вертолетную площадку. Летели гости в отель. Естественно, милые обитатели, крабики, которых тут достаточное количество. Смотрим Junior Suite на южной стороне. Всех номеров есть терраска такая своя. Либо терраса, либо балкончик, если на втором этаже. Детский клуб. К сожалению, нельзя снимать детей, но просто показать такие милые лежачки с бассейном. Даже в детской есть сортировка отходов. Здесь вот у них игровая комната. Открытая. Открытая зона отеля, работает 24 часа. Здесь же рядом с фитнес-залом находится бассейн. Вот бассейн. Здесь у них 4 теннисных корта, поле для сквоша. Гордость отеля. Огромные черепахи. Мирно, чилого.
солнышке и почти не двигаются. Видели черепашек, да? Стол спа, самый большой спа в Индийском океане. Как и отель Констанс, Эфелия — самый большой отель в Индийском океане. Здесь находится еще бассейн. С 12 до 2 можно спокойно зайти, а потом нужна уже резервация. Это бичвиллы на северной территории отеля. И пляж на северной территории. Отель на 99% заполнен, это видно, людей много. Здесь тихо, спокойно. Смотрим самую лучшую часть пляжа. Северный пляж в отеле Констанс, Эфелия. Здесь мало волн, мало ветра. Закрытая бухточка, очень приятная. И очень зеленая.